Первоклассная защита от «Единой России». Все первоклассники, а это более 35 тысяч учеников в Нижегородской области, получили страховку от несчастных случаев на период нового учебного года. Традиционный проект «В будущее с «Единой Россией» реализуется в Нижегородской области уже в 13-й раз. Уже 13 лет подряд партия «Единая Россия» организовывает такую, как нам кажется, очень добрую, хорошую акцию «В будущее с «Единой Россией». Мы страхуем первоклассников от несчастного случая. И на протяжении этих лет страховая сумма постоянно растет. В этом году она составила 40 тысяч рублей. В случае, если, не дай бог, такое произойдет, то родители смогут получить страховую выплату на реабилитацию и лечение ребенка. Но учитывая то, что сегодня 1 сентября, мы, конечно, желаем всем первоклашкам здоровья, ни в коем случае не воспользоваться нашим полисом. А накануне Дня знаний для будущих первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей были организованы праздники. Так только в Нижнем Новгороде более 100 мальчишек и девчонок получили в подарок школьные рюкзаки. Клевый портфелик. Вот сюда вот тетрадь, сюда книжку можно, а сюда можно пенал положить. Нам портфель очень понравился, качественные замочки очень такие, ребенок не поранится. В общем, это нам, мы очень довольны, рады. Я сама многодетная мама, и трое последних детей мои тоже принимали участие уже давным-давно в этом празднике. И поэтому до сих пор у нас эти портфели хранятся, и ребята бережно относятся к этому. Вообще, это очень большое подспорье. Нам помогли наши постоянные помощники. Я помню, когда это начиналось, это было, скажем так, как некая проба. И вот сейчас уже, когда смотришь назад и понимаешь, что 14 лет, это уже очень много. Конечно же, это очень волнительный день, важный день, вот, интересный день, потому что это новая страничка, по сути, в жизни наших с вами детей. Поэтому очень хороший праздник, светлый, добрый, интересный. В следующем году, я думаю, что еще что-нибудь придумаем.